Итак, приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас такая распечаточка, направленная, как бы сказать. Это две посылочки, заказанные на сайте AliExpress. Вот. Почему две? Потому что они взаимосвязаны. Это две посылочки, которые один, в общем, к одному. Две детали одной цепи, скажем так. Значит, это у нас держатель телефона. То есть обычный держатель, который можно закрепить практически любой телефон. Наверное. Не знаю. Сейчас будем пробовать. Вот такой вот держатель. Что-то здесь еще есть. Вот такая вот штучка. Штучка-дрючка. Куда, как ее? А, вот так вот. Вот. Вот такая вот штучка. Да, но не любой телефон, скажем так. То есть по ширине она имеет ограничения. Ну, давайте попробуем iPhone вот 6. Ну да, закрепился. Вот, да, хорошо так держит. Резиновая такая резинка здесь. Здесь тоже, ну, такая как поролонка вот наклеенная. Вот, такая штучка стоит меньше $1. 0,90 там что-то, 0,90. 6. Вот. Для чего это нужно, это уже каждый решает сам. То есть мне нужно, я хочу снимать телефоном обзоры, потому что сейчас я снимаю фотоаппаратом. У фотоаппарата моего, ну, у него большой объектив стоит 105-миллиметровый, и у него проблема с приближением. То есть что-то близко показать я не могу. Вот. Далеко без проблем, близко нет. Поэтому я хочу это делать любым телефоном. Есть у меня айфончик, вот Xiaomi 5S. Вот, любой телефончик закрепляем. То есть снимает, допустим, мой 5S снимает мой основной телефон, которым я им пользуюсь, в 4К. Вот, то есть про Full HD. Поэтому я думаю, что видео будет нормального качества. Ну, а это теперь... То есть в продолжение того держателя, это получается такая, тоже на сайте AliExpress, стоимость 10.80, где-то так, 10.70. Это такой телескоп, то есть крепление, ну вообще держатель микрофона, как бы. Но я его использовать буду в держатель телефона. Вот, вот такой вот держатель микрофона, то есть он железный и пластиковый. Сейчас будем смотреть, что тут железного, что тут пластикового. Вот такая вот коробочка, немного примялась. Но я думаю, так как это кусок железяки, то сильно здесь ничего не повредится. Единственное, в чем проблема будет, это с резьбой. Здесь вот такая вот резьба. Здесь будет немножко другая. Поэтому с резьбой нужно будет что-то поколдовать. Вот. Ну, я думаю, это небольшая проблема будет. Что-то мы там переточим, что-то выточим и сделаем, чтобы оно нормально все подходило. Главное, чтобы было с чего. Итак, давайте струбцинка, которую вы прижимаете к столу, крепите эту штуку. Вот, абсолютно железная. То есть здесь пластика никакого нет. Здесь такая мягкая подушечка для того, чтобы вы не повредили стол. И вот такая, ну так скажу, дебелая. То есть реально 2.5 мм, наверное, металл конкретный. Так, это сам держатель микрофона. Это то, что мне будет не нужно. И вот самая главная штука у нас. Это сама, этот телескоп сам. Или как его назвать. Так, здесь. А здесь все железное. Да. Здесь все железное. Вот. И вот такая штучка. Да, резьба здесь совсем не такая. Вот. То есть или мы нарежем здесь меньше резьбы для этой, или, короче, что-то мы тут сообразим. Вот, вот такая вот штучка.
Вот, даже не знаю, как вам снять. Вот, вот это вот вы крепите вот сюда. Крепите. И получается вот, вот такая вот рука. Длинная. То есть, и здесь на конце мы закрепляем телефончик через вот этот держатель. Ну, повторюсь, что с резьбой. Так, прошу прощения, я сейчас телефончик отключу. Вот, продолжим. То есть, вот такая вот штука у нас. Так, а зачем нам... А, вот этот барашек, получается, если вот это плечо вот гнется. Вот, а, прикольно. То есть, короче, полностью везде она фиксируется. Настраивается во всех положениях, как вам нужно. То есть, прикольная такая рука. Единственное, что с резьбой надо будет что-то поколдовать. Вот, и будет... Резьба, конечно, здесь не такая. Ну, это, я думаю, не проблема. Все, не буду затягивать видео. Вот, больше здесь рассказывать нечего. Кому нужна будет вот такая вот штучка, держатель микрофона, повторюсь, полностью металл. Пластмассы нет вообще. Ну, кроме вот барашек, за которые мы держимся руками. Вот пластик. И с этой стороны барашек тоже, за который мы держимся, пластик. Все остальное... Ну и этот тоже. А все остальное металл. Металл, пружины. Вот. Пластика нет ничего. Итак, вот я уже сделал. Вот, то есть потратил на это 10 минут. Ничего сложного с ней не, здесь нет. Единственное, что скажу. Вот, перерезал резьбу я здесь. Единственные нюансы, что в этой штуке резьба на 7, диаметр 7, шаг 1,25. То есть, если метрический шаг лерки на 7, на 6 единица, 1 миллиметр, вот, то здесь получается 1,25. То есть, ну, как я сделал? Я нарезал семерку, но она накручивается только на там полтора виточка, вот, поэтому потом оставил семерки пару витков в конце и вперед нарезал на шестерку. Шестерка вроде бы то накручивается, но так немножко болтается. Вот. Поэтому у меня шестерка, переходящая плавно в семерку. И получается, что все нормально заподлицо я сделал, чтобы оно здесь не выглядало. Вот. Сточил на наждачке. Вот, все хорошо, но держится, вот, не могу я его не пошевелить, ничего, отлично она держит, поэтому 10 минут занялся переделкой, я один раз ее накрутил, я ее скручивать никогда не буду, вот, поэтому, чтобы там ничего не крутить, так она и будет, так она будет, тем более для хранения она абсолютно не мешает, сложил ее вот так, вот, да и все. Вот такие вот дела. Поэтому переделать это абсолютно не проблема. Единственное, сразу скажу, что вот здесь вот охлипенько немножко крепление к струбцине. Вот это оно вставляется, вот здесь болтается. Вот здесь как бы вы не затягивали, оно здесь немножко так болтается. Не сказать, чтобы сильно, ну, то есть если для чего-то, для тяжелого кому-то, для крепления, может быть здесь что-то... Вот. Ну, вариантов несколько, можно еще один барашек сделать, двумя зажимать, а можно просто сделать, чтобы оно плотнее здесь заходило. Вот. То есть сюда какую-то даже трубку, если просто сделать, то какую-то трубку, да, любую трубку натянуть сюда, надеть. Вот. Даже, мне кажется, и виниловую достаточно будет, просто чтобы она плотно сюда вставлялась, чтобы не было вот этого вот люфта. Вот. Ну, в моем случае держать телефон, то есть там вообще никаких проблем нету. В общем, все, всем рекомендую, хорошая штука, 10 минут и у вас конструкция готова. Все, не буду затягивать видео, всем хорошего настроения, пока-пока.